Здравствуйте! Вы до сих пор не знаете, как заработать в интернете? Вы перепробовали кучу способов, и у вас ничего не получается? У меня есть отличное для вас решение. Это робот для бинарных опционов. Вы гуляете, робот зарабатывает. Вы отдыхаете, вы спите, робот зарабатывает. Просто идеальный вариант. Покупайте его сейчас. Ссылка в описании. А когда вы купите этого робота прямо сейчас, для вас я сделаю подарок. Дам третьего робота, пятого, короче, что-то я заговорился. Не придумал дальше, что вам говорить. Здорово всем, с вами Рэпер Трейдер. И как вы поняли, мы сегодня будем говорить о роботе. О том, что все это херня, что это обычная лотерея. Сейчас вот я поставил, и мы будем его запускать. Взял я его у Валентина. Нет, не у Валентина, давайте у Германа Паркера. У Антона. У Антона взял. И сейчас будем мы его запускать. Какая суть данного видео? Что никакие роботы никогда вам не заработают деньги, что все это обычный слив денег. Не ведитесь на эту всю херню. Все, роботы, все это херня. Не ведитесь на эту херню, роботы херня. Хорошо сказал. Зарабатывайте умом своим. Но вы все равно должны это попробовать. Вы все равно должны его скачать. Потому что я тоже, народ, через это прошел. Я думал, да нет. Вот все говорят херня, а вот я попробую, и у меня получится. Я попробовал, у меня, как понятно же, ничего не получилось. Я слил деньги. То, что я вам сейчас скажу, вы все равно должны попробовать. Протестировать этого робота, понятно. Что я вам еще скажу? Какие бы вы здесь настройки не поставили, ничего вам оно не даст. Рано или поздно вы словите слив. Запомните, хоть и 10 ступеней у вас будет, вы его словите и потеряете все деньги. Случится это, ну боже, за 15 дней, так нет, 10 ступеней у вас за 2 дня случится. 7 ступеней у вас случится, наверное, за час тестирования этого робота. Поставила 7 ступеней, как у трейдера с Рублевки. Трейдер с Рублевки на своих стримах тоже ловит по 7 ступеней очень часто. И он не без никакого робота играет. Так что просто сейчас школьники будут говорить: ой, ты неправильно выставил настройки. Народ, все, что я бы здесь не поставил, хоть все за, хоть все против, хоть тут на 5 минут, мнение большинства, неважно какие настройки. Все равно 7, 8, 10 ступеней у вас слив будет. Но вы все равно попробуйте. Вот кто сейчас вот ищет всякие какие-то там стратегии, пути и думает: нет, а вот я попробую, у меня, вот я что-то свое внесу, я подкорректирую, я что-то изменю, я внесу что-то свое, и я по-любому заработаете. Знаете, что я вам скажу? Удачи, тестируйте. Я в свое время потерял кучу денег на этих роботах, всякие покупал сигналы, покупал сервисы всякие. Заходил на сайты, на Option Signals, где только не был. Сколько я не перепробовал индикаторов, стратегий. Знаете, чтобы народ разбираться в этом, зарабатывать, вы должны тоже через это все пройти. То, что я вам скажу, что эта херня не работает, вы мне не поверите. Потому что у вас должен быть все равно с этим опыт. Итак, что я сейчас делаю? Я сейчас запущу робота. Вот эти вот настройки я поставил вверх-вниз, вверх-вниз. Короче, что тут еще можно ставить? Ничего здесь больше нельзя ставить. Понятно, что я сейчас буду тестировать этого робота на демо-счете, что у меня мозгов нету сейчас включать на реальном счету. Так, я запускаю. Думаю, давайте я на час его запущу, посмотрим, что будет. Я поставил всех, чтобы не затягивать видео, я не буду ставить сейчас 5-10 минут. Понятно, что слив тогда случится, мы оттянем слив. Вот с этими настройками слив, наверное, за час случиться должен точно. А может и не случится, может и за 2 дня не случится. А потом у вас может случиться за час, например, 3 слива подряд. Такое тоже может быть. Запомните, народ, это все теория вероятности. Что бы вы здесь ни поставили, теория вероятности всегда во все времена работала и будет работать. 7-8 ступеней слив будет. Ну, если, конечно, вот так вот, как робот тыкать. Ну что, запускаем старт. Разделил я тут, ну, на 1000 евро. Погнали. Все, робот уже проанализировал и поставил. А че он поставил 8? Да хрен его знает, че он поставил 8. Наверное, я просто уже его запускал перед тем, как записывать видео.
И первая сделка в 3 у меня проиграла. Или не проиграла, я не знаю. Так, видите, как робот шикарно проанализировал? Уже первую тащим. Увидим, сколько мы заработаем или проиграем с 1000 евро. Ну, я, наверное, скоро буду отключаться. Сделаю вам все в ускоренном режиме. Ссылочку на робота я оставлю в описании. Робот бесплатный, как говорил Антон. Или Герман, или Валентин. Робот бесплатный. Это разработка Германа Паркера. Так что я просто его тестирую. Все, смотрите. Робот просто машинально все схватывает. Ну давайте я еще с вами поговорю. Вот пару сделочек. Вторая в плюс. Робот тащит. Давайте реально на часик поставим, увидим, сколько мы заработаем. Уже 4 евро есть, все очень просто. Зачем анализировать, зачем думать, зачем учиться? Скачали себе робота и работаете. Боже, да это золотая жила, просто золотая жила. Сегодня, видите, вот веду видео в таком своем стиле, как раньше вел. Сарказмом немного, но может многие меня не поймут. Меня всегда не понимали. Ну что здесь? Плюс. Конечно же, плюс. Следующая пошла. Третья сделка идет в плюс. А, нет, третья идет в минус пока. Так что, народ, тестируйте. Тестируйте, учитесь на своих ошибках. Знаете, я всегда благодарен то, что я учусь только на своих ошибках. Потому что мне другие ошибки чужих людей не доходят. Я думаю, нет, я попробую, а вот у меня получится по-другому. И я тоже попадаюсь на эту же самую ошибку. Ничему меня не учит та ситуация. Учит только моя ситуация. Так, третья в плюс. Ну просто шикарно. Нет, третья в минус. Так что ссылочка на робота будет в описании. Давай, плюс. Давай, заходи, иди сюда, родной. На, нахер. А вот так вот мы торгуем. Так, давайте, я до слива уже. Будет сливная сделочка, закончим. Робот уже нам 9 евро заработал. Валентину нужно отдать должное, придумал такого четкого робота. Это же, наверное, там сложно, всякие там нужно прописывать, было когда какие-то. Я в этом не разбираюсь. Молодец. Хорошая программа для слива денег. Можете тоже тестировать, ставите себе на ночь, там на демо-счет. Просыпайтесь с утра, у вас уже там миллиарды просто. Что еще могут быть за вопросы? А банит ли Бинома за роботов? А хрен его знает. Я что, торговал с роботами? Четвертая в плюс. Ха, тащим, чисто тащим. Уже 11 евро. И пятая сейчас будет в плюс, блин. Видите, это мега настройки. Вот ставьте такие настройки, как у меня. Потому что я шарю просто все настраивать. Сейчас еще этот робот рекорд поставим. На самом деле, вот то, что сейчас происходит, например, 5 в плюс, это то же самое, что и 5 в минус. То есть вы должны это понимать. То, что, например, у вас 8 сделок в плюс, это очень плохо. Хорошо, когда плюс-минус, плюс-минус. А когда 8 сделок вот в плюс на роботе, это значит, что он мог бы вам точно так же вот 8 в минус выдать. Просто сейчас реально везет. Стояло бы у меня здесь... В другую сторону робот бы открывал всегда на понижение, и мы бы всегда проигрывали. Смотрите, пятая сделка в плюс, это означает, что шестой минус, как бы. Он опять откроет на повышение. Вот, видите, а если бы я здесь поставил просто случайно против? Смотрите, уже 5 минусов есть. И не нужно никакого часа, уже 5 словили. Кто себе рассчитал на 5 ступеней, уже давно слился. И это и только запустил робота.
Может, тут можно как-то менять, типа... Сейчас найдутся умники, скажут, что я неправильно что-то настроил, там все можно было сделать по-другому. А, вот тут есть какие-то еще настройки. Так, слились. Или еще не слились. Все, слились наконец-то, шестого не дано. Просто суть не в этом. Давайте я посмотрю, что здесь за настройки. А, это просто робот, блин. Так что, народ, встретимся в следующем видео. А сейчас я вам просто его перемотаю и будете смотреть, как робот нам зарабатывает деньги. Так, я не знаю, что случилось, нам не дали поторговать, пишут, рынок закрыт, наверное, это из-за робота. Они увидели, что какую-то, не знаю, активность непонятную. Я перезагрузил, вроде бы все нормально, сейчас продолжим тест. Так, все, запускаем.
Да, короче, эпично получилось. На последней секунде слили нам. Народ, это произошло за... Я говорил за час, да, у вас слив случится. Это произошло где-то за сколько? За 35-40 минут мы словили слив. Вот, вы все видели на своих глазах. Я переживал, что я долго буду записывать это видео. Так что вот так вот думайте. Ну, понятно, же, напишите, что я неправильно все сделал, неправильные настройки. Вы поставите свои настройки, и у вас будет все четко. Ну, тогда я вам просто пожелаю удачи. С вами был Рэпер Трейдер. Слили мы 1000 демо-евро. Всем пока. Давайте, дойдет эта сделочка. Затащим ее. Вот, 8-я ступенька у нас идет в плюс. А, нет, это уже, смотрите. Если бы, видите, она повторяется. Если бы, а я бы поставил опять против, так бы она тоже не зашла. То есть 8-я бы. Слили бы мы 8-ю ступень, если бы было бы за, против, за, против, за, против, за. И тут опять было бы против, так что мы бы слили. Так что можно сказать, что у нас 8 ступеней не зашло. И это у нас случилось за 40 минут. Так что думайте сами насчет этих роботов. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.